больше эта машина не едет. Мы едем на зеленый, причем на зеленый едем. Он проскакивает, и мы, получается, задеваем его сзади, что мы не успели затормозить. Мы думали, он такой, ну, со всей скоростью поворачивает, и все. Я ехала спереди и видела. Он такой, извините, пожалуйста, я не видела. Я говорю, мы на зеленый едем, ты куда вообще лезешь? Потом, видать, что-то придумал в голове, у вас поворотник был включен. И это потому, что мы едем, смотрите, мы едем на базу, как бы, да? Изо дня в день уже почти 3 месяца по этой дороге. Мы никогда не поворачиваем, потому что нам туда не надо. Меня ждут на базе люди, вот, которые звонят опять. Любой подтвердит, что мы едем изо дня в день, вот 3 месяца уже сезона, допустим, по этой дороге. Никогда не поворачиваем, потому что нам никогда не надо в ту сторону.